Тюрьму, понятно. Это лучше фамилию адвоката выучили. Ефремов невиновен. Виновен он, Ефремов невиновен. Все работают за бабки, это все Ефремов понятно. Невиновен. За бабки все работают, позор, это ясно и понятно всегда. Так что, ребят, сажайте в тюрьму его, сажайте. Ефремов будет освобожден в зале суда. Видите, как за бабки все работают. Ефремов невиновен. Да здравствует гениальный актер Ефремов. Ефремов будет свободен.